Всем привет, с вами канал Супер Андроид. Сегодня у нас на обзоре наушники от Blissfulls VWANC5. Это большие полноразмерные наушники с Bluetooth 5.0. Характеристики я озвучивать не буду, я их лучше выведу на экран, и вы сможете с ними ознакомиться. Поставляются наушники вот в таком вот кейсе. Помимо всего, идет обычная бумажная коробка. В коробке находится инструкция на английском, французском, немецком языке. Русского языка, к сожалению, нет. Сами наушники находятся вот в таком вот виде. Помимо всего, дополнительно к данному чехлу дается коробочка, в которой находятся так называемые аксессуары. Ну, из аксессуаров здесь у нас USB-зарядка, которая, по-моему, 3 или 4 сантиметра. Никуда не годится. Ну и, соответственно, и кабель коротенький. Вряд ли вы сможете использовать его с персональным компьютером. Но можно использовать он для мини-джек 3.5. Давайте перейдем к самим наушникам. Да, помимо всего, еще есть для самолета вот такой вот адаптер. Мы перейдем к самим наушникам. Посмотрим, что они могут, как они выглядят. Хочу сказать, что я испытывал наушники в течение 4 или 5 дней, в общем, наушники мне, скажем так, зашли. Давайте по внешнему виду. Soft Touch. Полностью Soft Touch. Здесь Soft Touch, здесь Soft Touch. Здесь наверху Soft Touch. Вот так выглядит внутренняя сторона. Очень мягкие амбушюры. Внутри защитная сетка с указанием left-right наушников. Чем же эти наушники интересны? И чем они меня заинтересовали? Во-первых, начнем с того, что здесь присутствует режим активного шумоподавления, так называемый ANC. И он активируется вот этой вот кнопочкой, которая находится на левом наушнике. По разъемам USB Type-C, светодиод, который укажет вам на работу наушников при сопряжении, при зарядке. Здесь многофункциональная кнопка, которая отвечает за переключение режимов. Именно этой кнопкой переключаются режимы. Они здесь присутствуют следующие. Во-первых, одиночным нажатием переключаются между собой все режимы. Первый – это режим шумоподавления. Второй – это режим Transparency Mode, так называемый, то есть режим, в котором вы сможете слышать звук. Режим шумоподавления, давайте сразу остановимся, работает, ну скажем так, довольно-таки неплохо, но все равно я испытывал на улице, возле дороги, специально стал возле шумного места. Все равно какой-то звук, особенно от тяжелой техники, прорывается. Ну, в общем, изоляция сама по себе неплохая. Все еще будет зависеть от ваших ушей. Режим прозрачности, то есть Transparency Mode. Это режим, который отключает шумоподавление и, используя дополнительные микрофоны, которых в этих наушниках 6 штук по заявлению производителя, позволит вам помимо музыки слышать окружающую обстановку. То есть, если кто-то вам обратился, вы услышите. Если вас загавкала собака, посигналил автомобиль, тоже вы все услышите. На левом наушнике расположен разъем мини-джек для подключения в пассивном режиме к смартфону, к персональному компьютеру, кнопки управления. Как всегда, плюс громкость, минус громкость и пауза play. Кнопки отвечают за переключение треков при воспроизведении. Длительное одиночное нажатие переключает трек вперед на громкость плюс, длительное одиночное нажатие на громкость минус переключает трек назад, серединка. Стоп, вернее пауза. И помимо всего, при активации наушников, при первом запуске, вам необходимо кратковременно зажать эту кнопку для включения режима сопряжения. У меня наушники сейчас сопряжены, поэтому светодиод не мигает, не горит. Прием отклонения звонков также управляется данными кнопками. При приеме нажать кнопочку, вызов будет принят. При одиночном нажатии принят или отклонен, соответственно, не отклонен, а закончен. И в течение 2 секунд нажатия на центральную кнопку позволит вам сделать рекол, то есть звонок на последний набранный номер. Наушники устроены так, что если вы наденете наушники на уши, а потом снимете их, воспроизведение восстановится. Я думаю, будет видно. Сейчас я прикрою наушники, включу воспроизведение.
снимаем, и наушники отключаются. Помимо всего, двойное нажатие на среднюю кнопку, и у вас будет вызван голосовой ассистент в режиме работы наушника. Вот так это работает. То есть, как видите, функционал доступен, он такой же, как и практически на всех наушниках. Тут бы хотел отметить, что режим снятия наушников и остановка, приостановка музыки также может быть отключен, если вас он чем-то не устраивает, нажатием на кнопку переключения режимов в течение 5 секунд. То есть вы зажимаете эту кнопочку, держите 5 секунд, и режим снятия наушников будет неактивен. Ну и еще, по самой системе, как наушнички устроены, внешний вид. Тут бы хотел отметить, что, на мой взгляд, единственный недостаток данных наушников — это, ну, маленький диаметр. Если у вас большие уши, мне кажется, будут надавливать. Я просидел в них примерно часа полтора. Легкий дискомфорт был. За счет того, что мягкие амбушюры, ну, не так сильно, как в других наушниках. Но все-таки есть дискомфорт. Все-таки у кого чувствительные уши, предпочтительнее брать наушники с более большими отверстиями. По работе нареканий и замечаний нет. Довольно тугой ход при выдвижении наушников. Здесь хорошо, нету щелкающих фиксаторов. Наушники фиксируются просто обычным выдвижением. Поворот наушников, как вам удобно, в одну сторону поворачивается полностью, на 180 градусов, в другую не проворачивается. Что по звуку и по работе? Во-первых, хотел бы отметить очень великолепный бас. Он мягкий, он никогда не сравнится с наушниками-вкладышами. Он настолько мягкий, что просто мне было приятно слушать именно музыку рок. Рок, именно рок, мне дал наиболее приятный экспириенс. Помимо всего, не скажу, что, на мой взгляд, немножечко не хватило мне средних частот. С высокими все великолепно, не запикует, ничего не фонит, ничего не трещит. Но вот средние немножко пришлось вытянуть эквалайзером. Но я добился, на мой взгляд, хорошего звука. Меня он полностью устроил. Громкость не максимальная такая, чтобы вам приходилось делать чуть-чуть тише, а на 75% вполне комфортное прослушивание. Плюс все зависит еще от включенного режима. Если вы включаете режим шумоподавления, то громкость немного увеличится по сравнению с режимом Transparent Mode, а именно режимом, когда вы сможете слышать окружающие звуки. На мой взгляд, наушники на твердые 9 с плюсом. Если бы не маленький размер амбушюр, тогда было бы все вообще великолепно. По микрофону, сейчас вот буквально перед этим еще один раз разговаривал с человеком. Все меня прекрасно слышно, никаких замечаний по звуку. Я слышал в наушниках все великолепно. Также великолепно работают наушники с компьютером по кабелю, по Bluetooth тоже подключается. Ну, Bluetooth 5.0 дает о себе знать. Я ходил по комнате, перемещался. Однозначно рекомендую наушники к покупке. Ссылочка будет в описании видео. Сейчас скидка на эти наушники на сайте Banggood. Так что у кого возникнет желание, тот сможет купить. Я же на этом буду заканчивать. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых встреч!